Всем привет, быстрый апдейт по крипторынку. Собственно, что, пролили нас еще ниже, чуть ниже, чем 61.8 по Fibonacci. Но оно и не удивительно, поскольку DXY запампился. Посмотрите, как DXY запампился. Индекс доллара улетел. Вот, на 5 минутках мы видим памп, коррекция. А на 4 часовках-то на самом деле он улетел на желтой точке и на хорошем таком дивере. Поэтому, ребята, это звоночек в пользу более затяжного, возможно, даже локального шорта. Посмотрите, у нас также и лайткоин здесь прекрасно отсигналил на ТРДР позавчера еще об этой коррекции. Поэтому что здесь может быть? DXY после этой желтой точки может, конечно, дальше пойти. Но в целом, если мы посмотрим, вот у него предыдущая желтая точка, он там вяло отскочил и пошел дальше вниз. Поэтому смотрим за сопротивлением DXY, а по битку смотрим, соответственно, за поддержкой в районе сетки EMA Ribbon, потому что глобально-то ничего не изменилось, биток все еще выше 23 тысяч. Хочу вам сказать, что я думаю, что вот это является ложным пробоем уровня 61.8 по Fibonacci, и, на мой взгляд, вероятнее мы сейчас отскочим и пойдем дальше наверх. Хотя нужно смотреть за DXY, опять же, потому что мы можем ушататься. В таком случае мой спекулятивный трейд на Femex выбит по стопу. Стоп у меня в районе 78 фибы по 23.90. И я буду доволен тем, что забрал небольшую часть прибыли. Остальные позиции на Bybit буду держать, потому что у них гораздо лучшие точки входа. И, на мой взгляд, все еще этот бычий флаг все еще в деле. И мы идем с вами куда-то 1000 на 32, собственно. И на BitGet, соответственно, тоже продолжаю держать позиции. И напоминаю вам, что у нас идет турнир прямо сейчас. Вы можете добавиться по ссылочке из описания. Продолжать торговать, как вы обычно торгуете на фьючерсных контрактах. И иметь высокий шанс получить вот эти призы, торгуя в нашем состязании. Биржа BitGet очень удобна тем, что не нужно никакой KYC, просто email, пароль и погнали торговать. Вот, поэтому да, держим во внимание все-таки вот этот сигнал. Видим локальную коррекцию, как она отрабатывает идеально. Подписываемся обязательно поэтому к нам в телеграм-канал, чтобы не пропускать следующие такие бесплатные сигналы. Ребята, у нас все бесплатно. Все, что платно от нашего имени, это скам. И что еще? Ставим лайк обязательно этому видео. Подписываемся на канал, жмем колокольчик. Вот, вроде бы нормально начинаем отскакивать. Но посмотрим через несколько часов, чем это кончится. Я думаю, что парабола все еще не закончена. Ни по лайткоину, ни по биткоину, соответственно. Поддерживаю свои слова, как вы видите, открытыми лонгами. Все, всем профитролей и до следующих встреч. Пока.